Ну вот. Ну расскажи про рыбалку. Вот сейчас расскажем. А где-то по приходу расскажем. Ну по приходу. Ну пересадку пошли. А? Пересадку пошли. Не, пересадки там только на повороте можно. А так это все заросшей травой. А. И направо к лесу, к концу леса там даже островок образовался, значит. Ну заросли, а куда? Заросли. А если налево, тут под кручу надо лезть, завалы деревьев. А куда пойдешь? А пойду опять в Луку. В Луку? В Луку, вот за купалкой это, за кручей, за купалкой, это заводина. Тут глубина небольшая, но эти густерки, или как ты их подлещиками там зовешь. Вот я говорю, одного вытащил волоком, другого... Жалею, что поднял из воды, надо тоже было волоком тащить, вот. И это, мне думается, там есть рыба. Ну, хочу там, сходи, тогда, да, хочу там это, попривлекать их, вот. Ну ладно, иди, а то еще да, придешь, тогда расскажешь. Тошенька, Тоша, тебе не здоровится, красавица. Ух, вот такого зайчика вчера видел. Или когда? Наверное, ну, енот был. Два зайца на дне видел. Два зайца? Угу. Одного у купалки видел, а второй вот у нашей канавы. Вот, за деревней там канава идет. А я ежика. А ты ежика видишь? Да. Вот ежик ни разу не встречался. Ну, я уже четвертый. Ни разу мне ежичек не встречался. А это зайцы, лисы. Лисы встречались. Лисы вот два раза мы с Машей попадали на лис. Лисы и что еще? Вроде все. Вот Васька говорит, там бобры обгрызли деревья, а вот бобры ни разу не встречались. Ни разу, ни зимой, ни это. Ну зимой я на речку и не хожу зимой. Да, на речке зимой мы не бывали. Ну зато сейчас ты полную свою эту посуду набьешь. Ну давай.